Клан Ван Ду из Наньцзяня, он всегда был маленьким безымянным кланом. В нем ничего никогда не происходило. До тех пор, пока к ним не присоединился один ученик. Он сумел достать книгу и короткий меч из Болота Смерти. Книга называлась «Священное писание о ядах», а меч назывался «Джан Сян Ци». Джан Сян Ци? Джан Сян Ци сам по себе отравлен. Если тебя кто-то им ранит, яд навсегда останется в твоем теле, и противоядия нет. Хорошо, что старик в тот день не принес меч. Иначе мы бы все оказались в беде. И? После этого коварный старик использовал Джан Сян Ци, чтобы убить всех, кто восстал против него. И назвал себя богом ядов. Затем он использовал пилюлю Ван Гу, чтобы контролировать своих лучших учеников. Первый из них – Си Сюле Лао Яо, второй – Бай Ду Цзы. И третий – его главный ученик. Господин Яд – Цзинь Уянь. Я видел прежде Си Сюе, Лао Яо и Бай Ду Цзы. Но господин Яд до сих пор не раскрыл свою личность. Я тоже думала об этом. Мы сильно облажались с этим стариком. Он наверняка не сдастся просто так. А еще господин Яд до сих пор не показался. Возможно, он прячется в городе Юйду. Ждет подходящей минуты, чтобы нанести нам финальный удар. Юйду — большой город. Господин Яд так и не показался. Откуда начнем искать? Погоди. Я думаю. В вине, которое Дзин Пинер дала главе города, был яд клана Ван Ду. Но она утверждает, что не причастна к отравлениям. Тогда мог ли это быть господин Яд? Его целью было избавиться от Дзин Пинер. Теперь Дзин Пинер заставили покинуть магазин. Ян Ли уже изгнал ее. Нам всем известно, зачем он хотел уничтожить магазин. Поэтому он и есть господин Яд. Джен Сяофэн, а ты поумнел? Но у нас нет доказательств. Это просто. Идем? Идем. Пойдем на рыбалку. Идем. Рыбалка? Зачем мы оделись как подчиненные твоего отца? Потому что боевое искусство Цзинь Юй лучше твоих. Ты такой неповоротливый. Тебя бы сразу раскрыли. Тебе больше подходит стоять здесь и не двигаться. Таким образом, тебе будет труднее разоблачить. Я не хочу тебя снова спасать, как в прошлый раз у горы Кунцань. Если вы опоздаете, то последствия вам известны. Это я. Ты почему здесь? Вообще-то я пришел помочь. Сделал ли что-то еще Ян Ли после того, как закрыл магазин вышивки? Я не знаю. Все сестры были закрыты в передней части здания. И мне разрешалось ходить на задний двор. Пойду осмотрю задний двор. Скажи своим сестрам, что бы ни случилось, пусть они не выходят. Мы можем доверять этому Асяну. Его невеста сейчас внутри магазина. Ему точно можно доверять. Что если воспитанник Тянин влюбился в ученицу Хехвань? Как ему можно верить? Что случилось с твоим давлением на добро и зло? Куда подевались твои моральные устои? Алинь похожа на тебя, она никогда не сделает ничего плохого. Вообще-то мы ей доверяем. Что такое? Воспитанники клана Короля Призрака? Мы не могли вас найти, поэтому пришли в город Юйду.
Что король призрак имел под этим в виду? Если он хочет заключить союз, пусть отыщет лидера. Я укажу вам дорогу. Лидер клана только что отправился обратно в долину. Нет необходимости направляться в долину. Более того, город Юйду сейчас под твоим управлением. Бог ядов слишком много хочет. Наш лидер клана сказал в последний раз, что не отдаст город. Но, возможно, мы сможем выполнить ваши требования. Вы так уверены, что я предам свой клан? А иначе ты не останешься в городе Юйду. И позволишь своему клану попасть в засаду Цзиньюнь у горы Кунсань. Это был приказ учителя. Мы оба знаем, что к чему. Король-призрак согласился сделать все, чтобы помочь тебе получить должность. Он также использовал магию, чтобы создать противоядие для таблетки Ван Гу. Золотой сосуд, вот он. Погоди. Асян, Асян, ты в порядке? Бежим. Подожди. Идем. Вперед. Основываясь на его росте и фигуре, это определенный Ян Ли. Я к нему. Не будь глупцом. Сядь. Он замышлял надолго скрыться в городе Юйду. У него определенно есть дополнительный план. Мы сейчас в тени, а он на виду. Нам следует сделать вид, что ничего не было. И лишь тогда мы сможем сделать ход. Но что, если он опередит события и нападет на старого главу города? А разве он уже не сделал этого? Как же иначе глава был отравлен? Даже если мы сейчас поймаем его, мы все равно не получим противоядие. Если же мы снова позволим ему сбежать... Ты права. Я поспешил. Вам не нужно было брать тот сосуд. Теперь мы потревожили врага. Что нам теперь делать? Сперва дать ему успокоиться, а потом узнать, какой яд он использовал. Я вернусь в клан и отыщу друга. Думаю, он знает способ, как победить. Но вы двое не должны в это время действовать опрометчиво. Ты что делаешь? Я просто прогуливался. Тебе уже лучше? Да, я в порядке. Не подходи ближе. На тебя снова накричит твоя госпожа. Я должен вернуться в клан короля призрака, поэтому пришел попрощаться. Ты возвращаешься? Тогда трудись хорошо и поднимай свой ранг. Не позволяй им тебя снова бронить. Это для тебя. Что это? Зуб моей матери. Меня вырастила собака. Не нужно. Зачем ты мне его отдаешь? Чтобы он охранял тебя. Потому что ты слабая.
Сперва тебя отравили, а потом была одержима призраком. Это ты собираешься быть одержимым. Не нужен он мне. Возьми его, не держи. Не хочу. Возьми. Не хочу. А ну, стой. Что ты делаешь? Возьми его. Не нужен не он мне. Не да нужен. Сяо Хуань, что ты делаешь? Помогите. Что ты делаешь? Лучше скажи, как мне отомстить тебе за прошлый раз? Я еще с тобой не закончил. Он сошел с ума? Сестра Сюицы, будь осторожна! Молодая госпожа! Дикий пес, что произошло? Госпожа! Я ранен в голову! Быстрее садись! Ты что творишь? Прошлой ночью я нашел сосуд для изготовления лекарств в магазине вышивки. Сосуд для изготовления лекарств? После того, как Дзинпинер покинула магазин, мы обнаружили там медицинский сосуд. В нем была злая магия. Я думаю, что яд в вашем вине был изготовлен с помощью этого сосуда. Кто его украл? Похоже на сообщников Дзинпинер из клана зла. Их целью было уничтожить улики. После получения этих данных я приказал запереть все ворота города и начать тайные поиски. Мы обязательно отыщем ее сообщников. Сяо Фэн, тебе что-то нужно? А. Ничего, Цзянь Юй и я просто прогуливаемся. Мы не будем вас отвлекать. Погоди, успокойся. Это же мой дедушка, как я могу быть спокоен? Клан Ван Ду жесток и хорошо защищен. Если потревожим врага и позволим Ян Ли сбежать, что нам тогда делать с отравлением старого главы? Вы двое попросили Би Яо расследовать это дело и ничего не сказали мне? Точно! Почему не рассказали нам о таком важном деле? Когда бы мы смогли, все произошло быстро. Откуда нам было знать, что Ян Ли был в магазине вышивки? Прекратите спорить. Мы же на одной стороне. В любом случае, мой дедушка стар, я не хочу играть с его жизнью. Не спешите и выслушайте меня. Старшая сестра, Би Яо ранена? Я не знаю. Би Яо согласилась помочь найти врача, который поможет вылечить старого главу города. Возможно, он все еще не избавился от яда. Ян Ли, Дин Пиньер, Дикий Пес. Они все плетут интриги. Ты все еще веришь словам клана зла? Я жалею, что только что спасла ее. Старшая сестра, ты неверно поняла Би Яо. Она помогает нам составить план. План, чтобы избавиться от Ян Ли. И позволить ей самой победить, верно? Какой смысл в том, чтобы подозревать друг друга? Довольно. Не торопитесь. Дайте мне час, но ничего не говорите и не предпринимайте. Всего один час. Куда ты? Нужно кое-кого найти. Господин призрак, вы тоже принадлежите клану зла? Король призрак и ее старые друзья. Я только что получил от него письмо с просьбой позаботиться о Би Яо. Би Яо только что рассказала о вашей ситуации. Господин Гуй, посмотрите на них.
С одной стороны, они презирают наш клан, а с другой приходят просить о помощи. Нам следовало бы спросить лидера их клана, есть ли у него вообще совесть. Бияо, не груби. Сейчас на кону жизни жителей города Юйду. Не время делиться на злых и добрых. Да. Но их усуицы чуть было не ранило меня сегодня. Старшая сестра сделала это, чтобы спасти тебя. Согласно моим заключениям, дикий пес был, несомненно, отравлен. Ты и Егоу, будьте осторожны с едой и напитками. Кажется, в городе Юйду отравлено не пара человек, а гораздо больше. А что насчет старого главы? Да или нет? Узнаем после осмотра. Отведите меня к нему. Глава города, вы страдаете бессонницей? Да, я старый, слаб. Глава города был очень болен, ему вскоре станет лучше. Господин, откуда вы пришли? Я точно знаю, что вы не из нашего города. Я путешествую по миру и работаю в Дзяньху. Я случайно проходила мимо Юйду и повстречала этих молодых людей. Как может кто-то посторонний ставить диагноз главе города? Верно. Кто вы и что вам нужно? Глава города, ваше тело вполне здорово. Не нужно принимать лекарства, я ухожу. Ты? Кто ты? Смотри, я сказал то же самое, разве нет? Верно, я же говорил, что я не болен. Я был ранее слишком доверчив. Все хорошо. Ситуация со стариком Вэй очень серьезная. Один неверный шаг, и все пропало. Его тело подобно свету свечи, дрожащему на ветру. Я вижу, что яд в его теле находится как минимум 5 лет. Яд почти стал единым целым с его телом. Попробуем извлечь его быстро, и жизнь главы окажется в опасности. Почему яд проявил себя только сейчас? После того, как яд попадает в тело, он медленно распространяется. У старых людей и детей трудно определить признаки отравления. У людей же с крепким телом и навыками в боевых искусствах яд проявляется быстрее. Что же нам делать? Есть лишь один способ. Но нужно быть осторожными. Старый глава города был отравлен тем же ядом, что и дикий пес. Насколько я знаю, бог ядов самолично изготовил этот яд 5 лет назад, а затем дал его Ян Ли. Он попросту решил испытать этот наполовину готовый яд на старом главе, чтобы достичь своей цели и захватить Юйду. Если мои предположения верны, то от яда даже у Ян Ли нет противоядия. Но это не значит, что мы ничего не можем сделать. Он лишь поместил яд в тело. Разыскав жуков-носителей яда, мы сможем избавиться от проблем, так как это ядовитый жук, у него должна быть самка-мать. Я даю вам задание найти ее. Найдите кого-то с ядовитыми жуками в теле и отыщите способ выманить их. И тогда ядовитые жуки, естественно, полетят к матке. А это заклинание сработает? Я впервые его использую, но раз уж ты об этом напомнила, ты рассказала им обо всем. Не боишься, что отец отругает тебя, если узнает? Я видела, насколько они были в панике. Как бы там ни было, ты все еще принадлежишь клану Короля Призрака. В городе Юйду сейчас сложная ситуация. Ты сама должна взвесить все за и против и принять решение. Поняла. Не думала, что эти двое из клана зла осмелятся прийти в дом главы города. Я как раз искала тебя. Зачем ты хотел убить дикого пса? Лучше у него спроси, что он сделал. Не могла бы ты контролировать своего подчиненного? Он всегда нарывается на неприятности. Если бы дикий пес не принес тебя тогда, ты бы умерла. Платишь за добро местью? Ты? Кто тебе позволил прийти сюда? Хватит. Я вас провожу. Сюда, пожалуйста. Джин Сяофэн. Старшая сестра, после того, как ты вернешься, Шушу все объяснит.
Сяхуань, идем. Сюда, пожалуйста. Ну как? Кто будет первым испытывать? Сяо Хуань была отравлена ядовитым насекомым. Сяо Хуань? Нет, ей же стало лучше. Если ты приведешь ее сюда, и снова случится то же самое, что тогда? Она недавно выпила лекарство, а сила яда жуков должна быть сейчас минимальной. У нее все получится. Иди. Почему я... Давай же, прекрати ныть. Тогда... Давай. Иди. Я никогда не думал, что за пределами Циньюнь события в окружающем мире могут быть такими запутанными. Скоро все наладится. Я на это надеюсь. Просто я все еще кое о чем думаю. О чем? Лидер клана получил новости от старшего брата Сяо. Клан зла сейчас у горы Кунсань. Согласно тому, что сказал мой учитель, их целью на данный момент является древняя пещера Ванфу. Поэтому ты хочешь исследовать гору, но мы ничего не нашли около горы Кунсань. Клан зла собирается в Юиду. Бог ядов создает яд у горы Кунсань. Какова их цель? Я предполагаю, что это как-то связано с кровью бога-чудовищ. Ян Ли прятался в городе Юйду в течение 5 лет. Возможно, этот план был придуман еще 5 лет назад. Бог ядов сперва послал его в качестве шпиона, а потом использовал яд, чтобы контролировать людей из Юйду. Их план? Не просто захватить Юйду. Почему Бияо приходила сюда? А как насчет Зинпиньер? А клан Сянь? Или Сюнь? Возможно, что главная цель Ян Ли — это пещера Ванфу? Быстрее! Отпусти меня! Быстрее! Я не хочу! Тебе лучше поторопиться! На мне нет проклятия, отпусти меня! Идем, если на тебе нет проклятия, чего тебе бояться? Быстрее, давай, помоги нам, ай-яй-яй! Больно! Видели? Что я могу поделать? Она как собака. Ты же ее братишка, Сяо Фэн. Иди. Давай. Хорошо, я пойду. Быстрее, спрячь это. Весь город за ним охотится. Но ты же хотел забрать его, а теперь возвращаешь? Вовлечешь нас в неприятности. Это сокровище клана Тянинь. Я не могу бездействовать. Помоги. Быстрее выходите. Сяо Хуань и Сяо Фэн идут сюда. Братец Сяо Фэн, куда ты меня ведешь? Веду тебя к дедушке. Я не пойду. Сяо Хуань, ты должна помочь мне прояснить некоторые вещи. Я не пойду. Хватит, уже идем. Ну-ка, быстрее. Я не пойду туда. Не хочу. Помогите, Джен Сяо Фэн. Ты что делаешь? Джин Сяо Фэн. Сяо Фэн, займи мое место. Хорошо. Сюцзи, мы используем Сяо Хуань, чтобы кое-что проверить. Вы осмелились довериться словам клана зла? В сторону. Сюцзи. Сяо Хуань.
О, они тоже отравились? Асян, присмотри за ними, хорошо? Как вы? Говори. Я готов ко всему. Из тебя, старшей сестры Лу, а также из тела Сяо Хуань, был изгнан яд. Но... главный носитель яда сейчас в теле твоего дедушки. Вы же все ученики Циньюнь. Как этот яд мог попасть в ваши тела? Мы даже не знали, что были отравлены. В таком большом городе, как Юйду, сколько всего людей было отравлено? Дедушка, я должен присмотреть за ним. Дедушка, не иди туда. Ян Лие рядом с ним, не глупи. В смысле не глупи? Это же мой дедушка. Я видел, как его отравили, ничего не сделал. У тебя нет семьи, как ты можешь понять? Шушу. Верно. Моя семья умерла. Откуда мне знать боль о потере семьи? Прости, Сяо Фэн. Я не хотел. В этом мире нет безвыходных ситуаций. Мы должны изгнать главного носителя яда. Но прежде всего не говорите об этом Ян Лие. Мы уже проверили, ни у меня, ни у Цзин Юй, ни у Асян внутри яда нет. Но нам непонятно, почему был яд у старшей сестры и Сяо Хуань. Сегодня ты и Лу Сюэ Ци ели что-нибудь из того, что передал Ян Лие? Нет. Недавно Сюэ Ци уходила медитировать, она лишь выпила воды. Асян, ты пил воду из реки или колодцев Юйду? Нет. Вся вода в нашем доме — это растаявший снег. Вода для заваривания чая — это весенняя вода с горы Кунсан. Следовательно, это могла быть река? Это возможно. Я, увы, я догадываемся, что Ян Лие присвоил эти деньги, но обвинил в краже Ли Сюнь. Таким образом, он создал условия, чтобы разместить яд. Бог ядов был побежден, и он оставил ядовитых жуков Ян Лие, а тот бросил яд в реку. Мы волнуемся, что много людей могло отравиться водой из реки. Если мы не сможем контролировать главного носителя яда, последствия могут быть непредсказуемы. Господин призрак, пожалуйста, спасите моего дедушку. Встань. Не знаю, сказать тебе об этом или нет. Что вы делаете? Городская охрана здесь, чтобы обеспечить соблюдение закона. Вы не можете препятствовать нам. Охранник Янь, почему вы здесь вместо того, чтобы охранять главу?
Не думал, что воспитанники Цинюнь будут заодно с кланом короля призрака. Неужели праведные кланы теряют свое достоинство? Охранник Янь, эта гора и это здание — собственность нашей семьи. В наших правилах принимать здесь кого захотим и откуда захотим. Согласно правилам я иду, неважно, кто пришел, пока он не чинит зла в городе, его здесь не трогают. Вы пытаетесь нарушить это? Правила устанавливаются людьми, и ими же могут быть изменены. Старший глава города отдал приказ обследовать это место. Приказ главы? Кроме того, в магазине вышивки была совершена кража. Вор скрылся. Если нам удастся обнаружить здесь пропажу, клан короля призрака будет обвинен в краже. А также в сговоре с День Пинер. Это серьезное преступление. Обыскать это место вполне оправдано. Кто-то сможет остановить меня? Обыскать! Стоп! Герой Джань, у тебя есть что сказать? А что, если вы ничего не найдете? У меня есть еще один указ главы города. Старый глава города приказал, что с сегодняшнего дня все члены клана зла должны покинуть город. Они должны вернуться туда, откуда пришли. Ейду больше не принимает у себя членов клана зла. Наш клан не какой-то магазин вышивки. У вас должна быть причина. Эпидемия распространяется по всему городу. Болен также глава. Чтобы избавиться от подозрений, я вынужден так поступить. Прошу. Вы слишком смелые. Да я одним пальцем могу уничтожить ваш глупый город. Убирайся! Убирайся из виду! А ну пошел! Прочь! Граждане Ейду, с тех пор, как они пришли сюда, происходят бесчисленные неприятности. Сперва была отравлена река, потом произошел хаос вечером перед фестивалем. Старый глава города принял решение, что с сегодняшнего дня наш город не принимает посторонних. Правильно! Нечего им здесь делать! Посмотрите на этих людей. Если не прогоним, они создадут неприятности. Убирайтесь! Валите отсюда! Покиньте наш город! Покиньте это место! Убирайтесь! 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 Убирайтесь отсюда! Уходите! Остановитесь! Послушайте, Ли сегодня же покинул Ейду, я займу позицию главы города. Джэнь Шушу, ты слишком самоуверен. Если глава узнает, что ты в сговоре с кланом короля призрака, и силой забрал у него должность, я лишь смею предположить, что он сделает. Мы не будем сейчас это обсуждать. Болезнь моего дедушки началась до того, как клан короля призрака пришел в наш город. Эпидемия — это не их рук дело. Охранник Янь. Нам нет нужды ждать, пока вы разберетесь во всем. Вы жили в Ейду много лет. Боюсь, в этом городе нет места для нас. Бияо. Идем. Уходим. Да, валите отсюда. Убирайтесь. Негодяи. Мы не нашли расположение жуков. Я тоже проник до самого дна реки и уже распространился по городу. Давай возвращаться. Господин призрак сказал, если бы мой дедушка знал, что был отравлен, и его бы не контролировал Ян Лие, он понял бы, что весь город в опасности. И тогда первое, что он бы сделал, спас людей. Спасти одного человека или спасти людей всего города — непротиворечивые вещи. Мы изучали разные техники.
чтобы стать сильнее. И чтобы нас никто не принуждал принимать решения в подобных вопросах. Не знаю почему. Но у меня плохое предчувствие, что даже если мы избавимся от яда, дедушка уже никогда не станет таким, как был прежде. Зло не победить добро. Если вдруг старый глава... Станешь новым главой города? Я не знаю. Сяо Фэн. Я вдруг ощутил, что я очень эгоистичен. Я лишь беспокоился о безопасности дедушки, но никогда не задумывался о жизни горожан. До сегодняшнего дня я думал о том, чтобы не брать на себя эту ответственность. Если дедушка выздоровеет, это будет прекрасно. Я также однажды думал, что если бы мои родители были живы, и ничего не случилось, я лучше бы и дальше жил в деревне Луга Храма и оставался глупым ребенком, вырезающим безделушки из дерева. Но если вода утекла, ее уже не вернуть. Их выслали. Что нам теперь делать? Вы тоже все это видели. Горожане были спровоцированы Ян Лие. Вероятно, они тоже отравлены. Ян Лие хорошо подготовился. Все население города, включая жизни старого главы, все теперь в его руках. Господин Призрак напомнил мне не вести открытую войну. Мы должны работать в тени. Правильно. Когда он больше всего будет уверен, что его план удался, мы нанесем решающий удар. Господин Призрак и Вияо сказали, куда пошли? Нет, они лишь упомянули, что не хотят неприятностей. Чтобы не пострадали невинные и чтобы не попадать на уловки. Глава города. Они вскоре придут. Вы вовремя. У главы города есть вопрос к вам. Глава города, Джэнь Шушу пришел. Джэнь Шушу, у тебя еще есть совесть приходить ко мне? Ян Лие, что ты сделал с моим дедушкой? Я его защищаю. Таким образом, он не попадет в засаду тех, у кого есть скрытые мотивы. Глава города. Ранее, когда я обыскивал город, я увидел, как они защищают клан Короля Призрака и сотрудничают с кланом Зла, чтобы причинить вам вред. Дедушка, не верь Ян Лие! Он виноват во всем, что случилось! Он вышвырнул Бияу и Дзинпинер, чтобы взять над всем верх! Он и сам из клана Ван Ду! Даже сейчас ты пытаешься оклеветать меня? Я нашел этот сосуд в твоей комнате. Если ты не союзник клана Зла, почему он у тебя? Чушь! Ты единственный, кто находился в магазине в тот день. Бессмыслица! Вперед, Джэнь Шушу пытается убить главу города, арестуйте его! Ян Лие, будешь сражаться с нами в одиночку? Как кто сказал, что я один? Позади меня глава города? И все жители города. Ян Лие, просто скажи, чего ты хочешь. Все просто. Как только ты и твои дружки покинут Юйду и перестанут вмешиваться в наши дела, подобным образом я смогу защитить твоего дедушку. И госпожу Сяо Хуань. А также всех жителей города. Я даю последний шанс. Сражаться сейчас до конца. Для меня, для тебя, есть ли в этом смысл?
看花开几朵，叹昨日怎。